Вот идем на озеро. Рыбачить на лопату. Раньше в детстве я это так называл. Вот решил вспомнить, как мы раньше ловили карасики. Михалыч идет. Весь в азарте. Что, берет мешок под рыбу брать? Два надо, два Михалыч. Сейчас маленький расчистим снега, продолжим полынью, делаем во льду отверстие с двух сторон, водой наполнится все это дело, рыба пойдет на кислород и начнем лопатой гонять воду, создавая круговорот, чтобы рыбу подсасывала в нашу полынью. Стоит рыба, кислорода получит немного. Переждали мы немного времени. Прорубь нашу задуло. Сейчас раскопаем, посмотрим, что там есть. Раскопали прорубь. И вот что обнаружили там. Один маленький карасик плавает. Вот он. Сейчас попробуем погребсти еще. Может, еще выплыть. Ну, в общем-то, итог рыбалки. Рыбку мы увидели всего лишь одну. Завтра утром проверим еще. Ну, зато кислород в озеро пустили немного.